Здравствуйте. Здрасте. То есть, hi. Hello. Это вы наш новый учитель по английскому языку? Да-да, hi. Я новая учительница по английскому языку. Ну, то, что звонила вам. Вы сами мне сказали приходить сегодня. Пожалуйста, проходите, Кирочки. Да. О, я очень хорошо знаю английский язык. Вы не пожалеете совсем, что позвали меня. Что и меня выбрали. Да. Здрасте. Здравствуйте. Hi. Hey, hello. Я мисс Софи. Будем заниматься английским. Хорошо. Ты рада? Да, очень. Давай. Все у нас будет хорошо. Ну, прежде чем мы займемся, нам час надо заниматься, знаешь, да? Да. Прежде чем займемся английским, я тебе смотри, что принесла. Девочки все это любят. Ха-ха-ха, нравится? Да, но мисс Софи, когда же мы начнем урок? Подожди. Вот смотри. Такая игрушка, такая. Конечно, я люблю бисер, всякие штучки. Но вы же пришли меня учить английский. Когда же мы начнем все-таки учиться? Сейчас начнем, сейчас, смотри. А здесь я тебе что принесла? Ой, такого ты точно не видела. А ну посмотри. Набор. Мисс Софи, спасибо вам большое. Конечно, очень красивый набор. Макияж. Очень привлекательный. Но когда же мы начнем все-таки учиться английским? Все всякие слова. Подожди. Со всеми это работает. Вначале игрушки, а потом занятия. Ты что за такой ребенок? Все хочешь учиться и учиться. Вот смотри, какие у нас игрушки. Вначале поиграемся, потом будем заниматься. Играться? Да, вот. Мама сказала, что мы будем учиться. Учиться? Да, будем и учиться. Вот, банан, упля. А как на английском будет банан? Потом это будем на уроке мы учить, хорошо? Да. Кушай. Я не голодна, я только поела. О, все дети обожают сладкое. Давай перекуси. Нет, я не хочу шоколадки, я хочу учиться. Ничего не действует. Странно же, какой ты ребенок. Игрушки не хочешь, шоколадки не хочешь. Чтобы хорошо учиться, надо кушать сладкое. Чтобы хорошо учиться, нужно хорошо питаться. Чуть-чуть сладкое. Нет, спасибо, но мне мама не разрешает много сладкого. Она сказала, что только по одной, а сегодня я уже одну штучку съела. Что за ребенок, не пойму. Играться не хочет, сладкое не хочет, все учиться хочет. Ладно. Учиться. Будет тебе учиться, будет. Мисс Софи все знает. Вот тетрадка, вот и ручка. Что писать? Угу. Как интересно. Вот это. Давайте тут остановимся. Не. Сейчас мисс Софи найдет. Таблес. Мисс Софи, вы... Повтори. Таблес. Tables. Правильно. Tables. Как ты читаешь? Таблес. Стол. Круглый стол. Таблес. Мисс Софи, тут же. Tables написано. Как? Tables. 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 Что ты смеешься? Таблес. Tables. Вы, наверное, что-то перепутали. Что хочешь? А ну покажи мне другую. Вот это. Ладибирт. Божья коровка. Ладибирт. Так, не смейся. Ладибирт. Ладибирт. Ladybird.
Леди. Да. Вот это будет. Вот это. Тиакер. Teacher. Тиакер. Teacher. Тиакер читается. Teacher. Пишется тиакер. Тиакер. А читается teacher. Teacher. Давайте вот это попробуем. Hires. Hires. Days. Неправильно. Мисс Софи. Девочки. Girls. Девочки. Girls. Girls. Ры не читается. Girls. Что за ребенок мне сегодня попался? А вот это, вот это, вот это, прочитайте, вот это, вот это. Вот это, вот Пони. Вот. Три. А вот это. Фоур. Вот это. Фиби. Тен. Сикс. Эйк, хэты. Эйт. Ван, ту, фри, фор, файв, сикс, сэм, эйт, найн, тен, элэвэн, твэлв. Thirteen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И достаток продолжать могу. Девочка, Ирочка, да? Да. Ты очень хорошо знаешь английский язык, моя хорошая. Ладно, я тогда пойду, если ты... Нет, не уходите, мисс Софи, останьтесь, с вами так весело. Прочитайте, пожалуйста, вот это слово. А ты маме не скажешь? Не скажу. Моя хорошая. Не скажешь? Нет. Я тебе дам шоколадку. А ты маме не скажешь? Шоколадка все-таки хорошо. Почитайте. Head, head, shoulders. Shoulders, head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Эй, девочка. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Не-не-не-не-не. Скажешь маме, что Софи, мисс Софи заболела. Ты очень хорошо знаешь английский. Мисс Софи, ну не уходите, останьтесь. С вами так весело и интересно. Неужели вы уйдете? Сейчас я пойду еще за одной книжкой и прихожу, хорошо? Точно? Да, я сейчас... А книжка тоже будет? Тоже будет английская. Сейчас я пойду и прихожу за этой книжкой. Пойду возьму эту книжку и прихожу за ней, хорошо? А ты возьми, деточка, пока читай, Ирочка, хорошо? Как интересно, спасибо, мисс Софи. А вы точно вернетесь? Да. Вернусь сейчас же. С вами так весело? Ну хорошо, буду вас ждать. Только быстрее. Ой-ой-ой, надо быстро убегать отсюда. Эта девочка лучше меня знает английский язык. И что я скажу ее родителям? Упс. Да она лучше меня знает английский язык. Я думала, что все сработает по старой схеме. Играться и игрушки принесла, купила. Надо срочно убегать отсюда, а то меня ждет разоблачение. Ирочка, я не поняла. А мисс Софи куда делась? Так быстро ушла? А что случилось? Не знаю. Странная она какая-то. Если она такая странная и ничего не сказала, то больше я ей не позвоню. Мне не нужна такая учительница. Мама, мне она так понравилась. Ты знаешь, как она хорошо знает английский. Я столько нового узнала. И еще хочу, чтобы она пришла. Такой учительницы, как мисс Софи, я никогда не видела. Вот бы еще мисс Софи к нам пришла. Пожалуйста, мама. Странно, очень странно. Ну хорошо, если ты так настаиваешь, то я ей позвоню и попрошу, чтобы она пришла и на следующей неделе. Ура! Мисс Софи приедет! И мы снова будем заниматься!